Пардон. Подожди, я сейчас это. Я не смогу украшаться, прощайся на протопала с этой своего ДК потом одену. Да что ты боишься? Это же обычка. Или сильные. Я вроде Да не лох. и там мне лучше это, перестраховаться, я потом одену. Как хочешь. Давай уже дочистим до ребра. Давай. Смотрите, аккуратно, вот тут справа мобов не загрите. За петами, за своими смотрите, если кто-то загрит. Я за вами чеченцев отправлю. Рестник, имплантацию. Последний фильм на душе. Блин, супердру, извини, что я не сказал, ты килом, если не сложно. Потом Ты четыре. написал мне совой. Ну, то и тогда было, там обстоятельства изменились. Там Бладмун может тоже. Я спекнусь перед боссом. В принципе, как хотите. Если хочет Бладмут бы ты, Эрдру, то вы мне договоритесь между собой, поменяйтесь. Холипал, ты бафы, пожалуйста, на себя кулак 30-минутный. А потом себе крест на 10 минут. Так будет более правильно, чтобы ты следил сам за крестом. А Редрик не страдал без кулаков. Ребят, кто хочет Эрдру пойти, короче, вы скажите и все. Ну могу и хочу, это чуть-чуть разные вещи. Я могу в жопу дать, но я же не хочу. Все, Бладмут, короче, Эрдру. Все Будем иметь в остальные виду. друиды. Мне тем более все равно, кто из вас Даю куда, лишь бы дизарм. вы закинули. Да, эта хуйня не агрится. Десять секунд. Давайте резаемся. Пойдешь на протопал или останешься? Да. Сейчас пойду. Давайте шкаф. Рыбку поставь. Ешьте рыбу. Напишите в РК, вдруг вы ролите на какой-то второй спек.
Test 1-2. Не очень сильно, поэтому пускай будет 4. Трини, конечно, пиздец, у тебя за хули половина. Все, все неплохо, кроме сокетов каких-то, на скорость сокеты стоят. На монореген и Трини, короче, так надо. У меня хули полбисывает. Да, баф Эбелину, чек на пул, осколки забирает ВВ, у нас меньше 5 пугов, поэтому мы с ЕП идем по роллу, потом разберемся, за шмот мы не будем сраться. Крест по паладинам, холли пал. Все готовы, я начинаю на пул, на я же люблю тебя. Раз, два, три. Истерию по коту. Что это такое истерия? Убегай вправо, вправо убегай. Беги, малышка, беги! Давайте, Энгетсу, гимн на ХП, пожалуйста, читай. Большое спасибо. Давайте. Все, ничего не давайте. Из-под морды такого. Сова, ты под мордой, сова. За спину старайтесь встать, не умирайте. Хант на шипе сзади, развернитесь, РДД шип, там маги. На мейн роли. Три, быстрее роллы кидаем, трэш надо танчить. 79. Амулет часового на мейн. Я, короче, не разбираюсь, какой у вас там одет шмот, какой нет. Потом, если что, раз посмотрю. Блин. Блин, тролль на мейн быстрее. На офф. Рома, брат, здорово. Привет, Эндрюх. Как сам? Как Бен Ладен, но сам. Я увидел твою новую аву в ВКонтакте. Я немного испугал. Поставил мне лайк, ебать. Нет, не по... блядь, я хотел оставить комментарий, но типа я не мог тебя обидеть. Поставь лайк, сука, у меня столько лайков еще никогда не было на Али. Серьезно? Сейчас, секунду, Рома.
Ну что, много лайков? Там 38, что ли? Уже 40, блядь, 41, мол. Сука. Комментарий какой-то. Член стал. Блядь, слышишь, я тоже ходил с бородой. Ну типа я не как уебок, как ты, я усы хотя бы брил свои. Слышишь, я уже 2 года. Ну короче, последний раз я был полностью без бороды. В 16 году, короче, в ноябре. С тех пор я еще не раз не успел. Смотри, я жму фотку твою от 11 февраля, блять, от 4 февраля 11 года. Там ты вообще охуенный чел, похож на Сашку Кокорина, блять. Так потом я там уже худой, наверное, был. Ну не да, наверное, точно. Да, был худой. Сука, старые шкафы советские, но у меня такие же с книгами там. Охуеть, а то еще, там вообще в школе фотка еще, в 10 или в 11 классе. Ну, наверное, но... А, тихо, жена звонит. Бля, ты че, женился? Ебай там лайк, охуенный. Кто-то кроме меня видел фотку Ромы Джейми, не? На аватарке. Валера, ты че, снова в гильдии? Беги, малышка, беги! Ну че, в каком рейде? Сейчас я могу помочь, если вы, конечно, не в каком-то долгом рейде. Ну, типа какой-нибудь ИВК, там, не знаю, РСК-25 норма или где вы там. Так, я справа, видимо. Протопал слева, все миллики справа, все РДД слева. Босса бьет только рога. Роги у нас нет, поэтому все бьют трэш. Вот, есть. Стой, куда ты, блядь, побежал? Это рога, да, побежал? Спулили. ВВ спулил, все, осколки следующий человек забирает. Рома, 25 норм, я так понял, да? Сколько? Да. Кул рейд или я могу помочь? Да, блядь, собирал рейд 20 минут, где ты был? Я был 25 гири, только лечал гильдиша. С кнутами, с бывшей гильдией, Савик. Я вчера был с кнутами, или позавчера в ЦЛК. Тоже нормально пронес. Я кого-то забыл, да. Осторожно. А, контрольте, пацана, не убейте протопала, пожалуйста, господи. Ты сколько, Рома, вообще висишь? 103. Ну, это до Нового года взвешивался. Так, тут два варианта развития событий. Либо Рома дохуя жрал салатов, что сейчас он весит 110, блядь. Либо он настолько сильно бухал, что сейчас весит 99, может чуть меньше. Пришла пора взять все в свои. О, перевели. А чё ты не добавляешь фотки, потому что ты тёмный? Да, на самом деле, не знаю. Даже... Часто фотки добавляешь. Даже я добавляю. Не так, чтобы часто, но типа в Инстаграме хотя бы. Ты есть в Инстаграме, Ромео? Ну, у меня там одна фотка, я планирую всё начать вести его. Да трэш добейте, алло, ребята, потом побьёте леди, трэш, там два моба ещё бьют вас. Не надо никого бэрить. Нахуя вы бэрите, диспелим проклятие, пожалуйста. Вот норм, да? Типа, слышишь, тут зашел после Нового года, смотрю, Басла покидает гильдию, блять, адепт 9 дней назад, еще до Нового года. Ты не в силах противиться моей воле. Контроль Клота. Клота не убейте, совы, законтрольте, пожалуйста, ШП. Да я пошутил, ДК, что ты мне там в личку наяришь. Просто не пульте до того, как я скажу. А чё Валера молчит и все остальные? Ладно, блядь, Триси нету, больше нету, мы уже говорили. Какой Валера? Ролим кольцо быстрее. Носок с которой? Так это не Валера, Валера это другой человек. Блядь, это Нарекси, сука, серьёзно. Блядь, я сейчас извиняюсь за маты.
Короче, там вот шмотки, которые падают, я считаю, что они не нужны никому, поэтому кто первый значок решетки поставит, тот весь шмот забирает ненужный. Где решетка? Это троечка. А если все, вдруг я... это шмот, вот я отдаю весь ДК Dark Socks'у, весь шмот. Если он вам нужен, напишите ему в личку, он вам его просто так передаст. Типа, слышишь, Рома, знаешь, почему я в муте сегодня? Молчать. Чего? Ты заебал уже пиздеть. Есть у кого-то инчант в рейде? Готов зайти инчантером в рейд, вообще заеби. Блин, гоните инчант. Мне нужно на грудь 275 выносливости. 275 к здоровью? Слышь, ты охуел выносливость, блядь? Ты чё, охуел? Это две разные вещи. Усмиритель небес уже улетел. Короче, смотри, я написал сегодня в чат, что я охуенный тип, и мне дали за мат 300 минут мута. Ну, тебе за пиздёж, скорее всего, дали, ты же не охуенный. Нет, там была причина мата, бля, Гофра понял, что я красавчик. Типа, я думал, никто не похвалит, типа, если сам себя не похвалишь, и все, и 300 минут словил. И весь рейд сидел, даже, блядь, рекаунт не мог скинуть в рейд-чат. Ты, Рома, вообще где пропадал столько времени? Я минут на 5 минут. Плохо тогда. Женя, ты у тебя очень либо хуёвый микрофон, либо выйди из туалета, либо достань его из своей жопы. Давайте, короче, если 10 плюсов в рейчате будет, я замучу прицела, чтобы он не задрачивал вас. Я забил, блядь, с ноутбука во второй РК. Не нужно 10 плюсов. Никто не знаю, тут только Кралька 10 плюсов поставил. Я ничего не могу сделать, Андрей. Да ты. Нет, пусть лучше так Кралька разговаривать с моим голосом. Что я не слышу. Рад был тебя слышать. Удачи. Рома, о, пожалуйста, хорош. Не надо. Будь человеком. Да не пизди, хватит просто да. Разговаривать. Хорошо, так я тебя спросил, есть слот, смотри, вот 25 человек в РК? Пока нету слота, как только он появится, сразу я тебя возьму, брат. Как я без тебя в рейд? На ком я сижу сейчас? Ты даже не знаешь... Мне похуй. Бой-бой, у нас нету боя. Мой бой. Мася, на корабль у тебя у одной бой на это. Правда. Рома, давайте пойдем даже почистим. Пошлите, идем, спускаемся с корабля. Пошлите, убьем мобов, девочки просят. Клота и Кралька, я уже их по голосам перестал отвечать. Короче, Рома, твоя фотка вот эта ВКонтакте, которая первая твоя Ава, она из тех времен еще, когда мы дрочили на Кралькин голос в Ульге. Я и сейчас на него дрочу. Ты сейчас не хочешь выйдет? Просто, что обидно, у нее ребенок, а так нормально. У нее и тогда, по-моему, был ребенок, мы же еще выпали, типа, че кого. Когда не было, тогда ей 12 лет было, когда мы играли. Это я охуел, я сколько и час. Я даже не могу человеку присунуть рейд, потому что у меня мут. Сука, того разъебать. Че, спал с вас бой? Кто-то с тебя спал? Да, спасибо. Возьмите, пожалуйста, все ранцы. Пушки сядьте, только люди гетеросексуальной ориентации, которые умеют стрелять. Не перегревается. Прицел? Если я увижу сейчас, что вы не дамажите по каким-то причинам, я на вас обижусь. Это плохо. Скажи, Кики, ты берешь меня в рейд. Латные гомосеки тоже, пожалуйста, возьмите ранцы. Ты проводишь? Да я про себя. Что-то Славик даже не здоровается со мной. Может, я в мульти умерел? Охотник Гополит, ты здесь? Лок, иди сюда. Ты чара кидал рецепт. Ты сказал Скрополит или Жополит? Не послышал? Мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Чарни, пожалуйста, здоровье на выручку. Ну ты просто, Рома, мразь. Пользуешься. Ты кем орелишь-то вообще? Спасибо. БДК. Твоим Ириным или уже чем-то другим? А чё, у Иры был БДК? Если мы про твою Иру, про твою бывшую, то да, был. У меня только маг. У нее был БДК, просто об этом не знаешь. Ты был в это время на работе.
Типа сейчас была охуенная шутка, которую ты не понял. Ну, ладно. Да не, я понял, просто она такая донная какая-то. Я думал, что я не зажрал, блядь, что я охуенно пошли. Короче, плюснул, пугаем рейд. Тут какой-то человек пишет, что она охуенно. Давай я зайду к барка к пугам, потом вернусь к тебе. Жирова, не давай, ты просто зайдешь к пугам и все, и на этом история закончится. Не-не, нихуя, такой не работает. Ну, если, конечно, не съебу, видишь, мне ВКонтакте написывают всяким разе. Типа ты идешь. А чё случилось? Рома, чё случилось у вас? Чем? Не знаю, у меня все пропали. Постарайся это исправить. Давайте пушки почти за одного мага перевели. Короче, у меня пустые корабли и никого нет. Прыгни с корабля. Так я же умру. Ну и умрёшь, реснешься опять. Маг, Свата, ты умрёшь от Мурадины, ты как-то прям перед ним летаешь. Давайте, добивайте. Хант, Гополит, ты здесь? Зачем вы лутаете? Куда вы спешите? Ханта нету возле сундука. Фу, не зря сходился ранее. Ролим шею на мейн. Грудь все ролим, она не персональна. Какой? Вижу сотку у Нефора. Прицел, ты тут? Он не вернулся. Дайте шкаф. Кортра, выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Блять, только что. Сманите вара, пожалуйста. Дайте ему каску, кулак, лапу. Рост, когда босса поставим. Эрдру, спекнись в сову здесь. Если еще не спекнулся. Блудмун, спекнись в сову, пожалуйста. Тут не надо ставить дела. А почему срок как сова выглядит? Хватит, ты шутник. Дайте лапу, пожалуйста, Гримару, Вару. Могущественная сова. Могу сурка в таргет взять, скорее всего, он Войда убьет, потом я только задам. Я затаился. Он сам никого в таргет не сможет взять, его перья заслоняют. Давайте, у нас до хера сов, короче, поэтому звездопадами, пожалуйста, трэш поубивайте. ДК там тоже трэш бейте.
И что? И ШП могут на скеле, короче, бить прикосновение вампиром трэш, от этого у вас ДПС больше будет гораздо. Бля, отойди, Войт, не могу заагрить, сурка. Да бог. Три секунды до пула. Одна секунда, пейте фласки. Героизм, шаманы. Истерия, владыка. Ай, забери, забери, случайно ЛПшкой сорвал. Не знаю, может на тебе таргет, но вроде надо забрать. На мне, на мне. Здорово, молодцы. На чумку идем. Я с серу или мастерию коту кидал фламбо. Открыт, 92 приз диспел там, по-моему, вырыли. 100. У кого? А, 100 Dark Sox. Диспел, передай, пожалуйста, поезд Dark Sox. Два токена покорителя первому и второму паролу. Все? Свата, молодец, красава. 15. Давайте меньше АФКшки, имплантация там стоит какая-то. Пошлите сражаться. Кто сражается, тот молодец. Чего не загрели Вальку еще? Хуй, не знаю, где Вальки, короче, типа. Смотрите, два дурака бежит. Один зеленый, один красный. Чуть-чуть поглубже зайдите, диспел, зайди назад. Куда уж глубже? Бриз.
центр, поднимайтесь все. Да на как на азоте китай. Пойдемте на чем. Не спелите слизни с людей. Стойте здесь, не бегите никуда. Забирай, забирай собаку. Ну, сейчас. Чуть-чуть только, она уже брала. Забирай. Вы убили вонючку. Ресните, друиды. Ой-ой-ой, забери еще. Кто на библиотеке под вас так, конечно, вообще охуел.
смотрите, ловушку активируют слева. Стойте там, где стоите все. Смотрите, справа тоже включаем. Да, ну красава, значит, какие-то миломорды. Все под босса и все, вся тактика, да? Человек на пол. Слизни не диспелим, от себя их не отпускаем. Почему? На рейндж надо, на рейндж. Да это обычка, какой рейндж. На хп кричите и доспект стаи выключите там. Прист, диспель здесь. На счет 3 начинаю. 1, 2, 3. Героизм, как станете под босс. Бабл, нажми, если есть. Ретрик, не надо бегать никуда, нажми бабл. Паула, спасибо тебе. Иди бей босс. Не надо бегать, все хорошо. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизни. Не поворачивай, пожалуйста, слизни в рейд. Блин, еще раз забейте босса. Очередная боевушка и очередная лесочка, давай. Миломорд сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круиз. Ну давайте, плечи ролимся. Да я поэт. Потрясающе. Поворол 51, то ты выиграл. Вон единичка к сотке приравнивается. Стоп, пудов. 97 вижу, супердру, да? Больше никого нет? Шею ролим, кому нужно. Шея на лоб. Грудь кому-то нужна, холипал, тебе надо грудь. Ретрики на оп. Ясно.
Кровь нужна кому-то? Одну спору к звездочке несем, одну кромбику. Давайте, человек на пол, только не пульте, я бегу еще. Все, приста одного нет, пусть писает. На счет три я начинаю. Один, два, три. Это обычное облако газа. Только будьте осторожны, не такое уж оно и обычное. Я сразу поблевать решил, да? Эрдру, побольше омоложения навешивай, ты как-то слабовато хилишь. Я пока не могу прочитать это заклинание. Твоя задача омоложения – полный рост поддерживать, а восстановление – это уже такой скилл, не сильно нужный. Да, приз, зачем ты сюда принес? Я тоже не понял спору. Ну ладно. Захиливайте на стену. Парень, а чего хочет? Давай я еще потанчу, скажу, когда забирать. Да, я уже забрал. Хиль ты, Белина. Нажимайте, загнили. Проще. Так, я пошел дверь открою, добивайте пока. Ёваные РДДшники, сегодня ваш день, блядь. Как и гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Локи, поставите там в комнате шкаф. Сапоги ролим тканевые на мейн. Лок 48. Маг 80.
хантовский ремень нужен кому-то? Шаманы, хант. Спасибо, кто там пояс дал. Обращайтесь. Надеюсь, пояс никому не нужен, умоляю. Офспек. Да. Ой, Господи, спасибо тебе, Аллах, за все. Никто спецом не ролил просто. Ну, потому что вы молодцы, большие ребята. Да сейчас бы на кота забрал бы, ебашил бы, что дурное. Кого, латный пояс? Да, блядь. Продал бы тебе бы за 1 лям, ебань. Я то я вот с таким хожу, короче. Да все, походу, это и увидели, и не хотели ролить. Так, дайте кулак на ТК, пожалуйста, бегите сюда все. Лол, ебать, с блокированием. Так поменяй пояс. Да? Давай. Як? У него хуяк. Сокин ты такой. Дверку нашаманил, а сокетов не нашаманил, да? Епт. Сокет ты такой хуяк, и все. Сколько у меня ГС? 6. Сколько? 6192. О, еще чуть-чуть, и уже можно в ПРС. Да, уже можно. Сейчас тупо очередной раз клятва не упадет, я вообще, блядь, буду думать. Уже так. А что там про квест? Кто-то меня, по-моему, спрашивал, и мне приснилось. Что это такое? Не, в ретрика не надо. Давай, Зилан, ты представление имеешь, что надо делать? Нихуя не слышишь ответа. Вар, Зилон. Знаешь, как его делать, или надо объяснять? Лол. Короче, садишься в куклу, пьешь уже далеко от рейда, экономишь ее. Слизни не плюешь, копишь 100 раги, короче, юзаешь обилку, после этого плюешь слизни. Друид, Blood Moon, вешаешь омоложение, буйный рост по КД на куклу, чтобы ему помочь. Надо просто 100 раги набрать, появится способность, ее используешь, и все. Дальше просто плюешь слизняков. Ретри-паладины Паула и Даланиэль. Достаньте себе бопы, я не помню, как там на русском называется эта способность. Типа щит такой кидается на игрока. Божественная защита. Сам ты божественная защита, длань защиты. Длань защиты. Вы должны кинуть на игрока, если я попрошу, на какого-нибудь. Первый Белин будет кидать, дальше там посмотрим. Давайте, чек на пул. Чё, сервер? Кулак хантул. Кулаки всем обновите, короче. Энгетсу, ты здесь? Все готовы? Подходим ближе к боссу. Подходим в упор милики, РДД, становимся на нормальном расстоянии. На счёт 3, пей куклу пока. 1, 2, 3. Слуш, выходим далеко. Делается квест у нас, от слизней тоже далеко стоим. А что у тебя танка спек, фрошмод есть, короче, вар? А то ты ж на синдре не сделаешь и на лане. Я делаю. Отходите от лужи подальше, ёпта. Хули вы стоите в этой луже, блядь? Да, отойдите на 3 метра от неё. Бьем быстрее. От зеленого крана к стене быстрее. К левой стене к столу побежали. Быстрей, быстрей. После этой фазы все бежим к столу, к левой стеночке. Вара, Гримар, у тебя все нормально? Ты не хочешь с нами подамажить?
Не, нихуя. Все дальше стоим, далеко стоим. Бьем все слизни, все в слизни, слизень незамедлен, все развернулись, бьем слизни. Нахуя стоять локом там, если ты не можешь портануться, ничего не понимаю. Слизни бьем все. Ты накопил 100 раги уже или нет? От красного далеко бежим, бежим от красного далеко, к противоположной стене. Тай накопил уже 91, 95, 9, еще одна. Да его. Арту, убегай. Бьем все слизни. Стой, блядун. Да какая нахуй разница, бейте, пусть бегает. Все, накопил 100 раги. Используй способности, дальше замедляй слизняков. Все, понял. Быстрее, быстрее лужи пей. От зеленого к стене к левой стали все. Быстрее к левой стене. Я вас воркаю, если что, не слышу. Хули ты бегаешь? Пей лужи, ебаная кукла, блядь. Пей лужи-то, ебать тебя некому. Ты чё, бегать сюда пришёл? Ебать, ты что, аутист? Пей лужи, блядь, быстрее! В центр лужи стань и пей её, хули ты с краю стоишь? Замедляй красного слизня, все в красного играем. Быстрее пей лужи, уже 6 луж появилось новых. Ну, дайте. Не надо никаких бопов, пей лужи, блядь. Там мне сейчас босса вести все нахуй в лужах. ДПС не тот. Да при чем тут ДПС, кукла, блять, что делает? Замечтался, наверное. Бейте гимн на ману. Гимн на ману, бейте, замедляй слизни, ебать. Сука, никаких квестов нахуй, если мы сейчас вайпнемся. Слизня бейте все. А мне просто интересно, мы хоть профа сегодня, блядь, до третьей фазы переведем или нет? Там красный, победить. Готовим боб, холипал, готовь боб на цель, которая будет. После фазы боб на таргет красного. Ебать ты аутвар, конечно, с лужами. Я не пойму, в чем была проблема их пить. Через 20 секунд дам еще одну соку. Боб на лока, быстрее, хорошо. Бьем красного все. Бежим, бежим, бежим за профом. Ну выйдите, слушай, вы конченые что ли? Я не понимаю, нахуя вы умираете еще? Забирай, Белин. Ебалось оно в рот. Валибал, бросай диван на ДК, я же люблю тебя. Валибал, бросай на меня длань жертвенности, или как он там называется? Божественная мешатка. Кидай на звездочку диван. Фламба, сбегай, меня ресни, он где лоповский пец стоит. Куда на диван может быть КД, ты живой, блядь. Это, короче, хуйня, которая ты умираешь, а другой человек сбрасывает себе все. Ты сын нарисован. Короче, хилим, значит, так. 4 стака на Белине я заберу. Забираю. Я заберу. Рома, я заберу. Давай. Давай. Хилим друида, фламба, медведя хилим все. Не забирай, Белин, фламба хилим. Я под божественно. Какая разница, стаки-то по всем тикают. Колба, колба.
Фламба, захиливаем хилы. Красную каплю фламба. Перетирал, что за нахер? Закидывает. Бать, конечно, чурки. Эпохальные профессоры, бать. Колбу ролим. Паладины, кому нужна колба? Токен защитника ролим. Энгетсу я тебя резал, чё ты там стал, блядь? А ПК ушёл, что ли? А, понятно. Издаём. Токен покорителя, ролик. Слушайте, я не знаю, как ты дальше будешь на лане делать квест. Я боюсь, мы нахуй умрем все. Да не, просто все будут укушены, ну ладно. 18 человек, так точно. И потом мы вайпнемся. Ничего не там. Да. Почему ты сейчас лужи не пил? Сделал. Да я просто затупил, я ни разу на кукле не сидел. Ну так, прежде чем делать квесты, надо хотя бы узнать, как их делать. Прочитать в интернете. Я-то но прочитал, там было написано в интернете. Что там делать, это же очевидно. Ты же убивал профессора раньше. Значит, понятно, что нужно, чтобы луч не было. Что? Я говорю, много раз. Ну, целка же ты был, ты видел, что лужи пьют всегда. В чем была проблема? Ты 100 раги накопил. Дальше задача очевидна. Пить лужи, а ты их не пил. Ты, короче, замечтался просто в небо. Варианты, да, пацаны. Ладно, убили, сейчас все будет. Сейчас квест быстро. Знам. Надо подождать. Смотрите, там 3 хила отошло в АФК стол. Хиль, пожалуйста. Есть у кого-то танк аспект ДК? Ладно, стойте здесь, не бегите наверх. Да. Стойте тут, пожалуйста, все. Одну кучу агри и ведите. Маг Айрен. Иди, возьми. Пал агри, белин, одну кучу и беги назад. Я встану, осторожно. Собака съест. Да кому? У нас 50 голды на ауке стоит. Кому нужно это бой?
То есть еще продаж за 50 грамм. Пидора законтролил. Сейчас застаню командира, 15 секунд. Да, давай мы подождем. Давайте резайте все. Сейчас три бомбы добьем, будем баф. Дайте шкаф, пожалуйста, вар там бежит где-то далеко. Хант, напулишь на меня Талдорама. Аккуратно, Сагро, короче, один на пул у нас. Давайте, Хант, Энгетсу и Диспел, вы втроем сидите на кинетике, короче. Если кинетика падает, вам минус кровь.